Медучреждение «Химок» под особым контролем. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с главным врачом Центральной клинической больницы провел осмотр детской поликлиники номер один. Проверили оборудование, оценили качество ремонта и пообщались с персоналом. Особое внимание уделили записи к врачам через инфомат. Записи, и мы ее покажем. Это важно. Мы сегодня буквально разбирали, есть ли терапевты, педиатры, дефицит. Это архиважный вопрос. То есть здесь свободно. Талонов достаточное количество, 230, 40, 96, еще можно закрутить, если я правильно понимаю. Да. Так, допустим, 130. Выберите нажимаем, дату и время. И можно выбрать дату и время, это очень важно. Есть и проблемные моменты, например, нехватка среднего медперсонала и отсутствие вентиляции в бассейне. Эти вопросы будут решать. Также в этом году старый рентгенаппарат заменят на новый.